приехали недавно? Да, совсем недавно. Но мне здесь так все нравится. И парк, и проспекты, и люди, и дома. Вы правы, Монсель, хотя мне хотелось бы жить в другом городе, в Париже там или в Бордо. Вы любите Бордо? Ну как, я не знаю, я там не бывал. А значит, бывали в Папа Рамсы, да? Нет, и там не бывал. Кстати, я могу это назвать. Париж – это столица. Париж – это столица? Столица чего? Конечно, мадемуазель, браво. Хорошо, просто отлично, поздравляю. Географии усилены. Столицы знаете на зубок. Ой, нет, еще не все. Их так трудно выучить. Со временем, мадемуазель, запомните, было бы терпение и упорство. Слушайте, тогда и все получится. Кстати, сегодня хорошая погода. Не очень хорошая, но не очень плохая. Не слишком плохая. Да, нет дождя и снега. Сейчас лето, как-никак. Разумеется, мадемуазель, именно это я и хотел сказать. Но в этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Но ведь снег же бывает зимой, а зима – это одно из четырех времен года. Сначала зима, потом весна, да, потом лето, а потом… Начинается как осина. Вы способны учениться. Образование просто необходимо. Современная жизнь так сложена. Да. К счастью, мои родители очень состоятельные, и они могут себе это позволить. Правда, хорошо? Значит, вы собираетесь сдавать экзамен? На степень доктора. Лучше бы через 3 недели. А диплом бакалавра, позволите спросить, у вас есть? Есть! Я бакалавр гуманитарных и естественных наук. О, в вашем возрасте это очень и очень нетрудно. Кстати, подождите, а сколько вам лет? После 16 я перестала считать. Интересный подход. По какой же области вы собираетесь экзаменоваться? В прикладной технике или отвлеченной философии? Ну, мало того, хотели бы, если бы это будет очень возможно, в очень короткий срок подготовить меня на полного доктора всех наук. На полного? Да, полного всего. Ой, я восхищен вашей смелостью. Что ж, попытаемся сделать все возможное. Впрочем, у нас уже имеется определенный багаж знаний, и это прекрасно. При том, что вы так молоды. Когда мы с вами вступаем в область арифметики. Вступаем. Нисходя с места. Нисходя с места? Я так и говорю. Ну, стало быть, арифметика. Да. Арифметика. Да. Это танец чисел. Вы умеете танцевать, то есть считать? Ну, что из этого? Читать. Да. Посчитаем. Да. Начнем складывать. Хорошо. Смотрите. 1 + 1. Это будет 2. 2 + 1. Это будет 3. 3 + 1. Это будет 4. 4 + 1. Это будет 5. 7 + 1. 8 3. 7 + 1. 8 4. 7 + 1. А иногда 9. Вычитанием. Из 4 вычесть 3. Из 4 вычесть 3? Из 4 вычесть 3. Из 4 вычесть 3. Из 4. А может быть. 3. 7. От 4 отнять 3. От 4 3. Да, будет 7. А мы занимаемся уже не сложением, а вычитанием. А 4 + 3 будет? Ну, не 10 же. Ответ неправильный. Тогда значит 4. Нет. Что 4? Больше или меньше, чем 3? Что? Меньше. То есть больше. Отличный ответ. На сколько же единиц 4 отличается от 3? Или, если угодно, сколько единиц между 3 и 4? Между 3 и 4 нет никаких единиц. 4 идет сразу за 3, между ними ничего нет.
понимать. Нет, нет, не могу. Нет, нет, возьмем, конечно, пример побольше. Ладно, хорошо. Я тебе сказал, сколько одно ухо. Я прибавил вам еще одно, сколько у вас теперь ушей. Два. Так, прибавлю еще одно. Сколько? Три. Одно открываю. Сколько остается? Два. Так, открывай еще одно, сколько теперь? Два. Да нет же, у вас было два, я давно оторвал. Я там сделал. Сколько у вас осталось ушей? Два. Ну, если я одно съел, то и осталось одно. Два. Одно! Два! Одно! Два! Одно! Два! Так, последняя попытка, последняя. Сколько будет, если 3 млрд 555 000 99 853 умножить на 5 млрд 162 330 508? Это будет 19 000 000 390 квадриллионов 3 844 219 164 508. Каким образом в этом вычислили, если вам недоступны простейшие приемы арифметики? А я просто взяла и выучила все элементы умножения из всех возможных чисел. Как вы вообще до этого додумались? Повторение по течению. Какая мать? Не знаю. Не знаю, но это та, которая умела так хорошо считать, в отличие от вас. Хватит! Вы выбили меня из себя! А вы выбили из себя меня! А ну прекратись! Прекратись! Что? Вот я вам не позволю. Вы наверняка думали это сделать. Так вот я сделаю это первым. Вы ужасный учитель. Вы ужасная ученица. Ну, считайте! Один! Два!